Полицейские Абайского района получили сведения, что житель микрорайона Жайлау, проживающий в одном из домов по улице Даулеткере, хранит дома наркотические вещества. Обыск дома был произведен в рамках операции «Участок». В этом недостроенном доме мы обнаружили похожие на наркотические вещества растения. Их добровольно сдал Гридазов Марат Вячеславович, 1982 года рождения. Также во дворе дома полицейские обнаружили растущее растение, напоминающее коноплю. При осмотре дома мы смогли обнаружить 9 растений, внешне похожие на растущую коноплю. В данное время конфискованные наркотические вещества отправлены на экспертизу. Ведется расследование. Ночью на пульт 102 поступило сообщение от женщины, которая сказала, что ее избили на пересечении проспекта Республики и улицы Гагарина. По месте прибытия экипажа патрульной службы нашли женщину, которая начала описывать напавших на нее людей. Один из них низкого роста, в белой футболке и серых штанах, второй лысоватый. Когда я здесь снимала на камеру, мы поругались. При выяснении обстоятельств женщина не стала скрывать причину ссоры. Когда я снимала на камеру, один из них ударил меня и забрал телефон. Мы вышли из Еламана. Модель телефона какой? LG K5. У меня все документы на телефон есть. Могу даже их показать, привезти. В данное время ведутся оперативно-розыскные мероприятия. При въезде в город, не доезжая до рынка Аргамак, автомашина марки BMW столкнулся с электроопорой. К счастью, водитель цел и невредим. Сработала подушка безопасности. Он один был в автомобиле. Автомашине нанесен значительный материальный ущерб. Сейчас дорожные полицейские выясняют причину аварии.